Компания International Supplier анонсировала новую двухканальную микросхему для аудиоусилителей класса D, оптимизированную для высокопроизводительных систем домашнего кинотеатра и автомобильных аудиоусилителей. Новая микросхема ERS-252M на 200 вольт интегрирует два канала в одном корпусе. Преимущественными особенностями драйвера является выбор времени задержки, программируемая двунаправленная защита потоку, наличие интегрированного генератора и бесщелчковый запуск и остановка. Линейка аудиодрайверов International Supplier уже представлена одноканальной микросхемой ERS-2092, трехканальной ERS-2053M и четырехканальной микросхемой аудиоусилителем ERS-2093M для высококачественных усилителей класса AB. Новая микросхема ERS-2052M включает два канала, обеспечивает гибкость разработки и удобство, интегрированное в серию усилителей с конфигурацией 2.1, 5.1 и 6.0. Драйвер аудио оптимизирован для работы с широким ассортиментом цифровых аудиотранзисторов с выходной мощностью от 50 до 300 Вт. Это позволит уменьшить число компонентов обвязки, сэкономить пространство платы, повысить эффективность, уменьшить коэффициент искажений и электромагнитных влияний.